Здесь, на месте строительства четырехэтажного магазина розничной торговли с фитнес-центром, обрушился грунт на Косогорье и часть придомовой дороги возле дома номер 10 по улице Аллилуева. В результате ЧП круговой проезд вокруг жилого здания перекрыли. Нашей съемочной группе детально рассказали о ситуации жильцы дома, попросив помочь. С западной стороны дома у нас началась грандиозная стройка, которая нарушила права собственников. Они, по их задумке, срезался склон, который был изначально по всем СНИПам советской застройки. И таким образом, в результате дождей и мягкого грунта, из которого был составлен этот склон, началось обрушение. Таких обрушений уже было 4. По мнению специалистов и жителей, если не принять самых срочных мер, существует реальная угроза дальнейшего сползания грунта и даже обрушения дома. Просьбы жителей о помощи не оставил без внимания глава Владивостока. Виталий Веркиенко вновь посетил скандально известную стройку и поручил застройщику провести срочные работы по укреплению откоса, чтобы не допустить обвала грунта. Внесите изменения в проектную документацию, и вы со своей стороны, как профессионал, говорите, 22 года в этих работах. Не допустите катастрофичных последствий. По информации Управления градостроительства и архитектуры, нарушения со стороны застройщика фиксировались здесь и ранее. Так, проверка, проведенная весной, выявила, что земельный участок, выданный в аренду ООО «Фокс» под строительство четырехэтажного объекта, используется не по целевому назначению – под парковку. По результатам проверки, застройщику вынесено предписание не только прекратить использовать участок под автостоянку, но и укрепить откос. В июле текущего года в ходе вновь проведенной проверки установлено, что откос так и не укреплен. У вас предписание было, в апреле мы провели выездную проверку, дали предписание до 1 июля, до начала тайфуна, предусмотреть и осуществить укрепление откоса. Представитель застройщика сообщил, что как раз сейчас все эти работы активно ведутся, и в ближайшие дни откос будет укреплен. Также компания «Фокс» по завершении строительства объекта в качестве подарка жителям проведет полный комплекс благоустройства на придомовой территории. В том числе будет построена система водоотведения для отвода ливневых и грунтовых вод, которые сейчас нередко затапливают двор. В завершении выездного совещания глава Владивостока поручил службам администрации города держать ситуацию под строгим контролем. Олег Завьялов, Дмитрий Беломестнов, Алексей Заровный. Новости на Восьмом.